самый момент я распаковывала ножи, стельки для обуви. Но теперь перед вами Катя и китайский мини-пылесос. Как говорится, встретились два одиночества в грязном пространстве. Сосет пыль и минуту экранного времени. И сосет, кстати, очень профессионально, даже с ковром и печеньем. С легкостью меняет насадки и размер, способен очистить все сокровища, которые скопились в щелях вашего дивана. Пылесос очень легкий и весит чуть больше килограмма, так что не придется больше за собой носить никаких тяжестей. Пылесос не надо заряжать, он работает от сети, а длина шнура 4,5 метра, поэтому можно спокойно перемещаться по всей, очень легко снимается и моется. Но так как это...